Всем привет, дорогие друзья, с вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня мы с вами находимся в удивительном месте в станице Гастагайской, на улице Цветочная, 29, где расположился этот прекрасный дом 70 квадратных метров. Для семьи не очень большой, 2-3 человека, но он будет комфортным и уютным. Пойдемте посмотрим вместе. Как я уже сказал ранее, этот дом находится в станице Гастагайской, на улице Цветочная, 29. Его площадь составляет 70 квадратных метров, а земельный участок 5,5 соток земли. Дом выполнен из 240-го газоблока плотностью 500 и утеплен каменной ватой 50 мм. В данном доме установлены двухкамерные стеклопакеты высококачественного производства. Присутствует гидроизоляция и пароизоляция. Придомовая территория благоприятно устроена. Ступеньки уложены декоративной плиткой. Установлена прочная дверь. Давайте пройдем вовнутрь. Данный дом имеет прихожую, просторный коридор, две спальни площадью 14 и 11 квадратных метров. Санузел. И совмещенную кухню-гостиную, откуда открывается вид на прекрасную террасу. Друзья, в данном доме кухня уже оснащена разводкой под электрокотел и теплыми полами. Теплые полы у нас полагаются здесь, в кухонной зоне, при входе и санузле. Также мы поселили здесь уже ламинат 32-й, очень хороший и качественный производитель. Друзья, вот и сделали обзор дома 70 квадратных метров. Он еще пока в свободной продаже, поэтому, если он вам понравился, звоните нам в отдел продаж, и мы обязательно дадим всю информацию по данному дому. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Всем пока, до новых встреч!